28-летняя Кейт Миддлтон. Кейт Миддлтон воспитывает троих детей, 6-летнего принца Джорджа, 4-летнюю принцессу Шарлотту и 2-летнего принца Луи. Герцогиня считает, что больше всего на нее похож младший ребенок. По мере взросления у Луи все сильнее проявляются черты, которые он унаследовал от своей матери. Многие говорят, что у мальчика глаза и улыбка Кейт. Малыша также часто сравнивают с отцом Миддлтон, Майклом. Герцогиня находит сравнение с сыном очень милым. Ей приятно услышать, что Луи, в отличие от своих брата и сестры, имеет с ней сходство. Все постоянно говорят, что Луи – вылитая Кейт. Ей это очень нравится. Она часто шутит, что он единственный из детей, кто действительно похож на нее, цитирует друга семьи герцогов кембриджских Vanity Fair. При этом младший наследник герцогини похож на нее не только внешне. Как и его мама, Луи обожает бывать на природе. Даже в таком юном возрасте его увлекает садоводство и прочие занятия на свежем воздухе. А вот Джорджу и Шарлотте передались гены родственников по отцовской линии. Поклонники королевской семьи отметили, что юная принцесса похожа на королеву Елизавету II. Они отмечают, что Шарлотта унаследовала от прабабушки разрез и цвет глаз, форму бровей, а также светло-русый оттенок волос. А про Джорджа инсайдеры говорят, что озорной характер к нему перешел от принца Гарри. Семья герцогов кембриджских на новом видео умилила британцев. Принц Чарльз до слез растрогал поданных снимком с принцем Луи. Кейт Миддлтон установила жесткие правила для детей во время самоизоляции.